Здравствуйте, уважаемые зрители! Это очередной ролик из серии видео об органическом земледелии. В прошлом видео я говорил о том, какая ситуация в апреле. Сегодня поговорим о том, что в мае. Сегодня на календаре у нас 25 мая. Итак, вы видите этот участок, который был под сидиратами. Я его перепалываю и буду и дальше перепалывать в этом году, чтобы перегнивало те сидираты, которые посажены, были как удобрения. И заодно внесу еще другие органические удобрения. Компост, я залу древесную вносил, чтобы он лучше родил. Это у меня бурячок. Конечно, не важный, но одна из причин, почему я снял этот ролик, чтобы показать тем людям, у которых тоже огород, земля не очень родит, что все-таки в некоторой степени стоит вкладывать в нее свои усилия. Мне самому интересно видеть, что получится. Это у нас зимний лук. И одна из причин, то, о чем я говорил, что дождливая и холодная весна привела к тому, что он пустил много стрелок. Поэтому пришлось их обломать. Здесь у меня посажены огурцы. Я их только что удобрил разведенным куриным пометом. Здесь у меня находятся арбузы. Я посадил в этом году. Как раз одно из доказательств видно, что ну, не сильно большие они, но опять-таки, потому что земля, там у меня посажен, если присмотреться, из деревца, персик. Весной посадил, усох, ну, отбил от корня, поэтому в нашей местности, я понял, лучше садить на осень такие, скажем, очень изящные деревья. Картофель, который вы видите, и он постепенно уже начинает, так сказать, преобразовываться. Некоторые высыхают. Здесь у меня посажены дыни. И, кстати, в этом году у нас очень много тли, потому что дождливая весна, и охотятся народными средствами, горчица с мылом и уксусом. Но еще посмотрю, как оно будет действовать. Также здесь видно, у меня уже подросли кукуруза, перчик есть. И вот интересно, если вы посмотрите на эту кукурузу, которая на этом рядку и на этом, то видно, что это больше. Это я взял кукурузу гибридную, мне дали ее бесплатно, знакомая в магазине семенную. Сельскохозяйственном магазине. Конечно, я скажу сразу, я не приверженец таких семян. Лучше покупать у бабушек, у дедушек на рынке, потому что то, что продают в пачках, нету 100% гарантии, что оно не является генномодифицированным. Но тем не менее, решил попробовать оставить отзыв, что оно будет. Ну, по крайней мере, чем обычное домашнее, оно крупнее. Это однозначно видно. А здесь у меня помидоры, желтые помидоры, у нас в школе есть теплица, работает. Я покупал семена, просил, чтобы они специально вырастили, поскольку я красный не сильно ем, здоровье не очень позволяет. И как вы заметили, что если присмотреться, здесь уже черепицу я поставил не по высоте, а по ширине, чтобы она защищала корни от сильного солнца. Там неудачный эксперимент, к сожалению. На весну высаживал я клубнику, там где эти гряда идут, эти бугры, но она в основном не прижилась, поэтому я для себя тоже сделал вывод: в нашей местности нужно садить клубнику на осень, сколько жарко. И также, если присмотреться, вы видите, там на деревьях есть наклеена от мух липучка. Тоже подсказали знакомые, в ютубе видели. Якобы останавливает, умножает тлю. Клубника в этом году тоже хорошо пошла благодаря дождям, но она пустила много усов. Придется немножко убирать, потому что туда ягоды будут мелкие.
И также неплохо пошла и тыква. Если не изменять не память, я ее садил тоже под компост, потому что так она просто не росла. Но в целом я доволен. 100% гарантии давать не буду. Ну и если так присмотреться, то вот как раз то, что я говорил, вы видите тля на деревьях. Ну, как сидела, так и сидит. Горчица, но хотя потемнело. Часток, видно, тоже уже так созревает, немножко желтевать начинает. Но в целом, какой я могу сделать вывод? Что хорошо, что весна дождливая, с сорняками получилось бороться. В целом, высадкой в этом году и планировкой я доволен. Если у вас будут вопросы, оставляйте в комментариях. Потому что, если ничего не помешает, у меня есть планы и дальше снимать видеоролики на эту тему. Здесь вот я буду продолжать малину высаживать. И вообще этот участок я хочу превратить постепенно в сад. Так что, если ничего не перебьет в будущем, обстоятельства будут позволять, возможно, будет запечатлено то, как огород превращается в сад. Всего хорошего, до свидания.